1 марта – не причина для наступления в России политической весны. В центральный офис правящей партии «Единая Россия» пришли возмущенные валютные ипотечники. Причиной их протеста стало то, что их, в отличие от жителей Крыма, не перекредитовали по докризисным ценам. А кризис, как известно, это детище Путина и Ядросов. С другой стороны, население само же приветствовало «Крым наш». И вот ему стали поступать первые неприятные счета. Где наши деньги, которые мы зарабатываем? Почему народ нищает? Почему народ плохо живет? Почему пенсионеры? Почему школы закрываются? Почему больницы закрываются? Это мы не создаем ситуацию. Если бы вы сейчас не сказали, выйдите все отсюда, люди спокойно бы зашли. Еще раз вам сказал, сейчас... Это «Единая Россия», это кто вот сейчас снимает? Передайте привет «Единой России». Молодой человек, вы вот снимаете меня, кто вы такой? Представьтесь, пожалуйста. Ну, да. Съемка, кто ведет съемку? Вы кто такой? Это свои СМИ. Вы кто ведете съемку? Саша, закрой тогда камеру. Работа с избирателями. Вы на каком основании снимаете? Вот это пресса снимает, я не знаю. Вы кто такой? Вы кто такой? Нет, вы кто? Кто вы? Мы заемщики, мы пришли к депутату. Вы кто такие, что нас снимают? Нет, не имеете права. Не имеете права. Не имеете права. Не имеете права. Вы кто? Пожалуйста, кто вы? А вы кто? Не пускают сюда. А на каком основании снимают? Чтобы потом показать, что заемщики разгромили ваш офис, потому что вы... Депутат Ядрос был явно напуган, хотя держался с привычной наглостью, как и полагается, политическому оккупанту. Давайте такую инициативную группу. Так, вот я. Сейчас буду передавать. Смотрите, подпишите, что вы у меня приняли на одном листе. Сегодня, 1 марта. Вы меня не диктуйте. Как а то я вас это мы самое. Народ. Вы народ. Я мы вас выбирали. Это самое. Мы вас не выбирали. Брал я? Так. Мы выбирали вас. А Госдума принимала закон об ипотеке. Уважаемые, я дайте вас это самое. Как ваша фамилия? Имя? Я вас прошу. Остриков Ирина Николаевна. Да, вот пометьте ее. Так. Я ваше заявление взял под роспись. Да. Что вам еще надо? А почему говорите? Мне не нужно заявление мое брать. Мне прием на население. Мне нужно задать. Я считаю, что это просто вот нежелание обратить внимание к своим гражданам. Тем, кто в принципе средний класс, кто и платит налоги, у которых зарплата-то белая. Вот эти люди, они в принципе работают на наши отчисления. Почему мы не можем задать эти вопросы ни государству, ни этим людям, почему 5 человек с автоматами в принципе охраняют спокойную очередь, которая задает вопрос нашим властям. Ипотечников в итоге все же пропустили в офис небольшими группами. И хотя их заявления были приняты, нет уверенности в том, что проблема будет решена. Ведь жулики и воры способны только на обман. А полиция, кормящаяся с их рук, уже давно стоит не на страже закона, а на стреме. Александр Сотник, Роман Переверзев. Сотник ТВ. Что-то лобстерами запахло. Да, депутаты пошли.